Всем привет! Меня зовут Рафикова Луиза, и вот уже полгода, как я преподаю вокал. Все началось еще летом, меня позвали в детский творческий лагерь, и там буквально за пару дней мы ставили с детьми очень классные номера, мы пели и акапелла, и в несколько голосов. И для меня это было, так скажем, начало моего карьерного пути. Дальше меня позвали в школу, сейчас я там преподаю вокал у первоклассников, ну, это своеобразный кружок по вокалу у них. И также уже несколько месяцев веду вокал индивидуально. У меня есть ученики, которые постоянно со мной занимаются, и мы уже делаем некоторые успехи в сфере вокала. И, конечно, все это благодаря тому, что еще 3 года назад я оказалась на прекрасном факультете, и смотря на своих педагогов, я понимала, что я тоже хочу заниматься этим, я тоже хочу преподавать музыку, и хочу, чтобы ученики, которые занимаются, влюбились в музыку так же, как я люблю ее. И те знания, которые я приобрела за 3 года, мне дают возможность преподавать уже сейчас. И я безумно рада тому, что я работаю по профессии, и я планирую и дальше развиваться в сфере преподавания, и непосредственно преподавания вокала. Здравствуйте, меня зовут Плахова Анастасия. Я студентка 4-го курса направления подготовки «Народная художественная культура». С самого детства я занималась хореографией, классическим и народно-сценическим танцем. На факультете искусств Российского государственного социального университета я смогла не только продолжать заниматься любимым делом, но и совершенствоваться, получать новые навыки и умения в профессии не только артиста, но и педагога. На факультете искусств мы получаем как общепедагогическую, так и методическую подготовку, обширные и глубокие знания по преподаваемым дисциплинам, навыки организации урока и концертных мероприятий. В университете я получила самое важное – общение с интересными, увлеченными своей профессией людьми, которые своим примером показывают, как надо работать. Педагогическая деятельность открывает широкие возможности для саморазвития, самоорганизации и профессионального роста. Считаю, что хороший педагог – это тот, кто увлечен своим делом, всегда в поиске нового и владеет всеми современными технологиями.
Благодаря навыкам, полученным на занятиях по специальности, многие наши студенты могут уже на старших курсах совмещать учебу с педагогической деятельностью. И я считаю, что это великолепная возможность для усовершенствования себя как личности. Хореография – это такой вид искусства, который позволяет проявить свои артистические способности, и на уроках проявлять их можно в полной мере, а также реализовывать свои творческие замыслы и передавать свой опыт ученикам. Ну и в завершении хочется выразить огромную благодарность всему профессорско-преподавательскому составу нашего факультета. Все те знания, которые мы получили на занятиях, непременно помогли нам стать достойными профессионалами в своей деятельности. Спасибо за внимание. Всем привет! Я Осетрова Анастасия, студент 4 курса направления народно-художественная культура. Мой факультет очень мне помог найти себя, найти свое любимое дело и найти работу. Сейчас я пошла по направлению, которому я обучаюсь. Я работаю в театре Романа Викчука, работаю администратором. И эту должность я получила, собственно, благодаря тому, что проходила практику и прохожу до сих пор в кадровом центре департамента культуры. И именно проходя практику, занимаясь концертной деятельностью, составлением сценариев, я поняла, что, в принципе, организаторская деятельность мне по душе. И когда появилась возможность прийти на собеседование в театр Романа Викчука, я поняла, что для меня это уникальная возможность раскрывать дальше этот потенциал, который во мне есть, как организатор, администратор. Я счастлива и рада, что я работаю в этом театре, потому что я обрела много новых качеств, которых до этого я в себе даже и не наблюдала. И самое главное, что я поняла, что эта должность, она откликается во мне, и спасибо большое нашему факультету, Наталье Ивановне, и каждому, кого я встретила на своем пути, обучаясь в Российском государственном социальном университете.